11-я школа – это педагогический коллектив и 22 класса с 1 по 11. А еще это большое здание, куда переехала школа в прошлом году. Памятник архитектуры, в котором ранее располагался 3-й интернат. Каждое утро изучать историю и другие школьные предметы с помощью современного оборудования за новые парты садятся 559 учеников. По программе, национальному проекту «Наша новая школа» и по программе модернизации учебных заведений нашей школе было предоставлено огромное количество оборудования различного, нового, новейшего. Это и интерактивные доски, это и ноутбуки, это и электронная библиотека. С первого класса на уроках учителя используют интерактивные доски. Они есть в каждом кабинете и уже не считаются здесь чем-то необычным. Даже подготовить доклад к семинару можно, не выходя из школы. В библиотеке есть электронный каталог всех книг и учебников, по которым занимаются классы. Эти знания особо пригодятся выпускникам школы. Они здесь основу имеют обучиться нашим электронным каталогам, электронными учебниками пользуются. Они идут техникуми, высшие учебные заведения. И там уже немножко сложнее, и все это мы сегодня им объясняем, рассказываем. Особая гордость – столовая, оснащенная по новым технологиям. На данный момент в городе нет ни одной подобной столовой. Сегодня по цикличному меню на понедельник у детей рисовая молочная каша, бутерброд с маслом, сливочным сыром, чай. Но на достигнутом в школе не останавливаются. Размеры помещений позволили администрации Уссурийского округа рассмотреть еще один важный вопрос, который касается нехватки мест в детских садах. И в 11-й школе начался капитальный ремонт. В сентябре этого года у нас планируется открытие 10 групп детского сада. Мы готовы принять порядка 235-240 дошкольников. Набор начнется с ясельной группы, а выпускники подготовительной смогут стать первоклассниками 11-й школы. Таким образом, поддерживая преемственность дошкольного и школьного обучения. Анна Маринец, Александр Синельников, Телемикс.